My Fräulein, ich liebe großen Buben. Großen. Да, и представляете, в общем, мы хотели сказать, что здесь столько всего поменялось, что совсем не хочется есть сосисоны и пить пивас. Да ладно, кого я обманываю, мы пошли уже. А как он приятно трет меня, о. О. Все в порядке, нет ничего, чтобы вас смущало. Вы спросите, что необычного в этом спа? И помимо моего убогого купальника, здесь есть мужчина с гитарой. И он сейчас прыгнет ко мне в бассейн. Ну что, включаем формат ревизора. Ха. Пыль кружится, летает и тает, и под ложками храня. Ну... Честно говоря, на такую подушку я бы, конечно, не лег. Она без наволочки, да. Каждая девушка, каждая, даже такая страшненькая, как я, хочет жить в красивом доме. За 19 евро вы получаете отличный хостел. В прекрасном районе Берлина, в котором есть все необходимое. Шкафчики, кровати, голос осипший. Вот туалет, опять же, здесь есть. Да, мы снимаем программу. Да, он сказал, что он продюсер. Как приятно быть обданным свежей струей хлебного жмыха. А все будет нормально, не волнуйся. Так всегда говорят. А потом мы ничего не могли сделать. Претензий нет, пока никто не жалуется. Не волнуйся, но подпиши бумагу, а то, что если ты сдохнешь, мы к этому никакого отношения не имеем. Сейчас бы еще смачного отрыгона дать, но я, извините, был воспитан в лучших традициях. Просто не умею. Вот он, главный, как это называется? Секс-символ Берлина. Это я. Очень ты не гей случайно? Я, да, сегодня полтергей. Полтергей. Крабов здесь еще точно не было. Слушай, это нет, не крабы, это просто какие-то ракули. Это твой шестой палец. Это твой шестой палец, сними его. Да сними. Сними его, к черту. Антон, я за него заплатил 180 баксов. Сколько? Каких баксов? Здесь только евро. Здесь только евро.